Почему тут в супермаркете какая-то фигня такая интересная здесь есть. И такие же синие. Какие-то кусандины кяло блеяхи, да? А в той на мне посмеется с ты куртины с кремашем. А, в той да влепш? А, да, сила. Какая-то фигня такая. Интересно, стоит 2,70. Здесь такие вазочки красивенькие. Крючочки такие, смотрите, какие красивые. В греческом стиле все можно сделать. Ой, какая красивая рамка. Добавим на караваке, мама. Караваки? О. Рамочки красивые. Какие вазочки здесь красивые, смотрите. Море. Ой, смотри, какие красивые. Сколько они стоят? 3,40 железячки. А здесь якорь. Дин, хватит там уже тебе. Ой, какие здесь красивые. Смотри, Коста. Я видела. Видел. Якераки, да. Рыба. Рыба, рыба, рыба. Дакси. А это смотри, какие фонараки на улице поставить. Телю, да? Ба, ой, ты на тукан, мы на ком отдали. А здесь стакан в этот, стакан так сделан красиво. Слата херня. Ой, а здесь какая красота. Ой, какая здесь красота. Ой, какие-то боже, омрфа. Сундучок какой, ну только он что-то сломанный. Вон баночка как сделана. Смотрите, какие красивые баночки, дело, девочки умелочки. А здесь корзиночка такая, 6,60, и здесь свечки вставляются. И здесь тоже баночки с такими сердечками. А здесь для девочек у мелочек. Смотрите, какие красивые баночки покрашены и приделаны ручечки. Вот. Для девочек у мелочек. Ой, какая красивая колба, а там свечку ставить вовнутрь. А в ту кремашечки, вазочки, раки мясо. Кита ты урея. А? А на фунчику, сан лабаки, кита. Смотрите, какой красивый. И ваза, и кусимия, и в рокита. Уже автохомы. Дом. Все, так, ладно, все вам красиво показала. А здесь вот такая красота. Такая красота здесь. Кита уморфу. А то я ты напинут. Коньяк. Ой, охи коньяк, ликер, ликер. Ликераки. Опа, смотрите, какие красивые подсвечники. Сколько пошуканков ты, да? Асимения. Серебряная, он говорит. Апану и не мону асимейхи. Оля, асимей. Охи, оло. Трианда и не евро, вот это блюдо. Вот это вот блюдо, трец. А вот это сколько стоит? Пошукам то в тайду. 6-7 евро. 26-20. И кусиекси 90. Смотрите, какая красивая. Ваза какая. 19 евро стоит. А это вообще обалденно для фруктов. Иконы здесь. Это что такое? Ой, какой красивый оригинальный подсвечник. Смотрите, или вазочка это такая. Вообще. Это... А, да, вазочка. Вон, видите, там цветочки. 4 евро стоит. Ой, вообще. Стиль. А здесь что такое? Здесь рамочки. Рамочка такая красивенькая. 6 евро стоит. Ну, тоже. 50. Здесь рамки красивые. 18 евро рамка стоит. А здесь иконы. Золото, серебро, наверное. Позолоченные, посеребряные. А здесь картины. Ой, обалденная сирень какая. Красиво же, наверное. Сколько она стоит? 1,50. Обалдеть, красиво как. Лаванда. А здесь что? Здесь вишня с Парижем. Такси. Здесь золото. Пойдет и в той литрине, да? Я киракя. Кираки, блин, наверное. Три таких полопов суреяйны. Здесь золотые, сколько они стоят? 17 евро вот такая вот штучка. Вазочка. Машины. 16 евро машина. 6 евро самолет. Мотоциклетка. Это не мотоциклетка, это. После гитар автоваю. Деспа, 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 деспа. Деспа. А или нико? После гитар автоваю. Карайожис. Костадина, какие-то карайожис.
Барбагеоргиус. Він любить тільки Барбагеоргиус. П'яний? Василапун? Тільки без жири. А, я розумію. А в тому, що не ти, не дам. Смайлик. Смайлик. Ой, 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 кита. Ой. Так вот сюда, девчонки, в комнату. Сейф. Игрушки. А здесь для сада. Жаба такая, с черепахами. Жабища. Поставить сюда цветочки. Пама, пама, пама. Так, для девочек, для бижу, смотрите, какие. Девчоночки здесь стоят. Стоят девчонки, стоят в сторонке. А здесь вон тапочки для колец. И кроваточки, ой, эти самые, диванчики. Сколько они стоят? 5,30. 4,60 туфельки. Диванчики. А здесь дамы с Амстердама. Ой, какая красивая дама. Вешать косметику. Ой, Козмину. Вон они там, какие красивые. Ну все. Ой, а здесь для дома красота. Вот такая вот, смотрите. Ой, какая красота. Оформляйте детские комнаты. Смотрите, как красиво. Вообще обалденно. А здесь девочки, мальчики. Что-то я давно в этом магазине не была. Боже. Вот это да. Вот это да. Смотрите, какой графинчик. Вам закрывается. 11,30 стоит. А это-то какое чудо. А это-то какое чудо. Что-то разбила тетка. Ой, какое красивое все. Вот, такое красивое все. Почему я все смотрю, мне надо же комнату обделывать. А здесь винтаж. Боже. Какие красивые. 10,50 стоит. А тут часики какие. Ой, девочки, мальчики. А зеркальце. Свет, мой зеркаль, скажи. И всю правду доложи. А туфелька какая. Туфелька-то винтажная. 7,30 стоит. А тут подушечки. Вот, девчонки, умелечки. Смотрите, как красиво. 5,10 стоит. А здесь зеркало какое. 21 евро. Обалдеть. А рамка какая красивая. 7,30 стоит. Ой, вообще. Какие-то куштандыны? Я для девочки. А тут часики такие красивые. Сколько они стоят, не знаю. Написано цена. Ну, короче. А тут какое зеркало. Вон какое. Все, пошлите. Вазочки всякие. Ну, блин, я давно в этом магазине не была. Давно я своего не разоряла. Или знаю, я давно такое не смотрела, не обращала внимания. Пошу контакт айдо. Эксини Нинда. Евро. Тут я пирама, Данина, пошел, пенда евро. Да, так вот, 17,92 я цена, такую мы купили вазу. Данина, авто ту пирама, тут? Да. Авто я в магазин. Ой, смотрите, красная такая. Я не знаю, что есть целая куча всего красивого. Ой, какая хилона, какие-то хилона, 32 евро. И хилона, какие опану. Здесь повозка такая. А? Сейчас я вам говорю. Мама, я